Друзья, всех приветствую. Сейчас мне прислали видео, в котором один из бойцов моего промоушена принимает участие в массовой драке. И, естественно, я хотел бы это видео прокомментировать. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что я знаю этого человека и бойца лишь с хорошей стороны, как сдержанного, ну, скажем так, добросовестного, ответственного человека и бойца. В организации он провел 3 боя, и это позволяет мне делать такие выводы. Вот. Но, к сожалению, произошла, мягко говоря, не очень приятная ситуация. Я это видео отсмотрел и хочу сказать обязательно следующее, что в этом вопросе будут разбираться соответствующие органы, это понятно, будет выбрана та или иная мера пресечения, и ну, в любом случае человек должен понести то или иное наказание, которое он заслуживает по закону. И на будущее для всех бойцов я хотел бы сказать следующее, что если боец будет замечен в подобных ситуациях, в массовых драках, в драках и вообще в принципе в ситуациях, в которых он себя ведет непорядочно на улице, то с ним будет автоматически подниматься сразу вопрос о расторжении контракта. Я за то, чтобы каждый нарабатывал навыки, да, в залах и проявлялся именно в октагоне, а не на улице или где-то в подворотнях. Вот. Всем мира и добра!